Всем привет! Настал тот долгожданный день, день ответа в Барселоне на чемпионат мира. Буду скучать. Погоди, мы увидим Томми Кристиану? Да. Надо с ним спорить. Надо его ноги сломать. Чего? Я себе iPhone купил. Скажи. 6 на 64 гига за идеальный за 22 тысячи рублей. На Авито. Да, Тёма за 5 хат сейчас. Башок смакат замотает, а у внука в рюкзаке пленка лежит. Тёма! Лох. Первым делом мы пойдем на море. Что это запаковался? А, он еще ничего не знает. Что сейчас гриб себе? Он еще не понимает. Что Бонда. Я музон поставлю потом. Hello, my name is Ivan. I'm 16 years old. Где? Ух, ё-моё. I'm 16 years old. Alright, for Kick Scooter Shop. It's shop number one in Russia. And we are on the road to Barcelona. Здравствуйте! Мы прибыли! Да? Альбина, привет тебе, Филипп, передай привет. Альбина, привет тебе, Филипп, передай привет. Из Барселоны. Прямиком из горячей Барселоны. Все, мы сели в такси. Нам все близко. И сейчас поедем в нашу квартиру, да? В общем, мы приехали на нашу квартиру. Ну что, все, мы заселились, Диман? Да, вот смотри, какая картина висит. Так, обзор на нашу квартиру, это у нас... Душевая. Это тут живет Алина, Петя, Слава. Такой вид из окна. О, это Артем, это тут диван. Он раскладывается, на нем тоже будет спать люди. Все. Тут максимально круто. Сейчас поедем кататься по городу, посмотрим споты. Поснимаем что-нибудь, пойдем пищу погулять или да, вот так. Мы собрались в самокат, и вот наш отряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И только две по ракет. Так, это наша кухня, у нас даже микроволновка есть. Рабочая. В общем, все, мы выбрались на улицу. До связи на споте. Держим путь к набережной. А вот наш первый спот. Как называется спот, Фил?
Спорт называется «Ступени грани», как Филипп сказал. Мы сейчас пойдем поедим, потом на следующий спорт едем. Смотри, короче, мы играемся просто по пляжу. В виде волны с плитки. Короче, сколько катаешь, столько на тренинге. Набережная просто волшебная. Пальмы. Давай еще раз. Есть вы, собирайте. Да, главное спота осталось еще совсем чуть-чуть. А вот скейт-парк, пацаны, я нашел. Если не я, а все мы. Ваня, уже... Давай взем на руки. Да, давай. Пацаны, не верю во все, что происходит. Я мозгами с тех пор в России. Вот Танер Фокс. Арно Макнор где-то. Вон там. Короче, Танер Фокс доупендривался и... Его оштрафовали за то, что я снимал на дрон. Да, учитывая, что это первый день, это большой прогресс в общении с иностранцем в этой мире. Ты тебя не жадный, он скромный, просто русский пацан. Ну да. У нас тут пир Mountain Dew. Но потом... What the fuck? Nice man. Эй, чувак, реально сумасшедший. Crazy man. Yo. Вообще просто капец, пипец, трындец, я не знаю, что сказать. Чуваки узнают меня. О, найс. Воу! It's a Tanner Fox special hat. What the fuck? Tanner Fox special hat. Nice. Thank you. Nice hat. That's the best I got today. Maybe you'll be feeling better tomorrow. What's that? Quicksilver. Quicksilver. All right, on. You guys all from Russia? Yeah. Yes. Very cool. How far was your flight? How long was your flight? 4 hours. Also, not very far. So let's get it. Okay. Kick scooter shot? Yes. Cool. It's number one shot in Russia. In Russia? Yes. That's cool, guys. Все, 1-1. Эй, Лекс, ты плюс IQ. О, да? Чисто 1-1. How old are you? 20. Whoa. When you're still riding scooters? Yeah, yeah, no, not for too much longer, but... Короче. Че? Короче, мы со Славиком тут вообще базарим. Английский просто помогает дико, да, Антон? У меня, уже. Диман, ты че как рыба молчишь тут, совсем не говоришь? Стесняешься или не знаешь английского? И что, палец болит, ну и что? Короче, чуваки вообще максимально дружелюбные. Я чуть не умер. Я такого не ждал. Я думал, меня никто не узнает, типа я лох полный. Thanks, man. Nice. Направляемся в другой скейт-парк. Покидаем эту плазу, едем в другую плазу. Кататься с командой Apex. Давай еще раз. Давай, бар. Чуваки, это вообще просто пипец. Мы только что встретили Кури Фанка и Кэпро Фанка и Соко Сакабара, еще какого чувака. И они, короче, это
Такие крутые ребята, я прям вообще. Чуваки, это просто Райан Вильямс. Просто Райан Вильямс. Ебали. Сейчас Тёма пойдет. Favorite rider. Вот мы и прибыли на конечный спот на сегодня. Зацените. Самый знаменитый спот в мире. Плиточная стенка и декодеры. Давай кто-нибудь трюк. Кривой кодер. Короче, все офигенно. Так, мы только что посмотрели парк, в котором будет проходить чемпионат мира. Посмотрели райдеров, которые катаются там. Райдеры. Да. Ну все, думаю, на сегодня все. Ну все, короче, мы сели в такси до дома. День прошел просто максимально круто. До следующих видео.